Ну что, друзья, всем привет! Сейчас я в шестой раз за день заправлю бак своего испарителя и сниму с зарядки так называемый девайс Pasito. Во все легкие затянусь парком и расскажу вам недостатки, которые вылезли за 3 месяца парения, и вообще мои мысли по поводу очередной вредной привычки, которую я поймал. Это будет мое мнение. Пишите в комментах, если у вас как-то по-другому. И да, ребят, этот ролик будет пиздец какой короткий. Первое, что меня не устраивает в этом девайсе, так это быстро портящийся внешний вид. Зная себя, как я аккуратно отношусь к технике, меня это охуеть как раздражает. Вы видите, да, во что он превращается? И это только 3-й месяц использования. Скоро будет алюминиевого цвета. Второй косяк, который вылез у меня, так это вот эта резиновая хуерага, которая закрывает бак. Кусок просто выпал. Но хочу отметить, что жижа пока что не протекает. Давайте проникнем в него. Меня бесит, что испаритель издыхает очень быстро. То гарик, то хуярик, то еще какой-нибудь пидерас заявится. Для этого я купил разборную хуйню. Смотрите, что вас ждет, если не будете регулярно заглядывать в него. У меня это происходит 3 раза в 3 дня. Я перематываю эту ебучую тряпочку. И поверьте, вы ее будете менять так же часто, когда увидите, во что превращается спиралька. Какой черный осадок химозы на ней. Во всех отзывах о Pasito все кричат: ебать, какой огромный бак, тебе его хватит на весь день и так далее. Я, блядь, не знаю, у этих чуваков легкие, как у муравьев, что ли. Я парю примерно 1 раз в 2 часа, затяжек по 10. Не сижу, не наслаждаюсь, просто как перекур. И я заправляю бак примерно 3 раза в день. Еще, братцы, смотрите, какая залупиздристика. Вот у тебя все заправлено. Все нужные режимы выставлены под себя, дабы не биться в конвульсиях от кашля и не всасывать свои легкие пропиленгликоль и другие ядохимикаты, содержащиеся в жиже и ее образующих при парении. Вытаскиваю башку нашего аппарата. Это может произойти в кармане, нечаянно или специально. Идешь, теребишь свою дудку. То есть это может произойти в любой момент. И смотрите, что дальше происходит. Па-бам! Ебаться, обосраться, выскакивает 58 ватт. То есть охуеть подарочек для нового, только что установленного заводского испарителя, у которого вкус в разы интереснее, чем у разборного. Ты такой втягиваешь, не обращая внимания на цифры, и в горле тебе гарик отвечает: ну вот, я снова к тебе вернулся. Ну что, ребят, давайте подведем итоги наших...